Новые лавочки, озеленение, спортивная площадка и сухой фонтан – это все новый сквер на улице Грабина. Его полную реконструкцию и благоустройство проводили в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. И сегодня состоялось его открытие. У нас раньше не было здесь кленов, здесь появилась новая аллея кленов. Потом вот эти дорожки лишние, ну как не лишние, там тут было, но их было меньше. Сейчас их стало побольше. У нас же люди ведь не могут ходить только по дорожкам, им надо как им удобно ходить. Сейчас удобно везде пройти, поэтому все продумано. Молодцы наши дизайнеры, которые работали, ландшафтные дизайнеры. Дорожники, приятно посидеть здесь, очень нравится. Вообще городок стал вообще красивый. Уютней стало намного. Ребятишкам, говорю, здесь очень раздольно. Они здесь и на самокатах, и на велосипедах, и на всяких разных тут. Здесь много лазилок и хорошие тротуары. Правильно, надо заниматься спортом. Прекрасная площадка, очень удобная. Один большой комплекс, куча мероприятий. Я очень люблю тут гулять. Я особенно люблю тут проходить на скейт-площадку. Нет, особенно мне тут нравится фонтан. По нему можно бегать. Вот это сквер имени Грабина. Вот его там памятник поставил. Еще летчику поставили памятник. Это очень хорошо. Во-первых, подрядчик очень аккуратно выкладывал тропиночную сеть, чтобы не повредить наши деревья и ту аллею, которую несколько лет назад у нас высадили ветераны Великой Отечественной войны. Установлены малые архитектурные формы. Это около 80 скамеек и около 50 урн. Также сделан городок для стритбола, для игры в баскетбол, спортивные площадки, детские.